Всем привет, с вами Мойзнайка, и сегодня я показываю, как сделать вот такую поделку с маками. Шаблоны есть на сайте Мойзнайка, ссылка в описании и в комментариях. Распечатывайте, вырезайте и собирайте по образцу на видео. Приятного просмотра! Наши маки готовы, получилось очень ярко и сочно. А еще больше поделок на моем канале. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока!